Петрозаводске в Доме политического просвещения состоялось собрание актива Карельской областной партийной организации, посвященное итогам 26-го съезда КПСС и задачам коммунистов республики. С докладом выступил член ЦК КПСС, первый секретарь Карельского обкома партии Иван Ильич Сенькин. Участники собрания заверили Центральный комитет партии, что коммунисты, трудящиеся Карелии, приложат все силы и знания к тому, чтобы воплотить в жизнь решение съезда, успешно выполнить задание 11-й пятилетки. Производственной деятельности миллионов рабочих и колхозников все теснее переплетаются физический и умственный труд, говорил на 26-м съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев. Эти слова в полной мере можно отнести к бригадиру проходчиков рудника Малинового Рака Александру Ивановичу Захарову и к членам его бригады тоже. Четырнадцать раз входили они в число лидеров проходческих бригад горно-обогатительного комбината «Карелслюда» и стали победителями предсъездовского социалистического соревнования. Каждому спуску в шахту бригада тщательно готовится. Четко планируется обеспечение проходки. Рациональность и целесообразность любого действия взвешивается заранее. За успехи, достигнутые в выполнении заданий 10-й пятилетки и социалистических обязательств, Александр Иванович Захаров был награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени. Вблизи города Питкаранта на берегу Ладожского озера строится современный комплекс очистных сооружений. Трассе прибрежного трубопровода преграждала путь подводная гранитная скала. Ее необходимо было взорвать. Это было поручено коллективу Петрозаводского участка подводно-технических работ Треста «Главспецфундаментстрой». Взрыв такой мощности им раньше проводить не приходилось. Самую сложную и опасную часть работ выполнили водолазы Владимир Викторович Косаковский и Иван Иванович Арсирий. Всего за 12 часов они зарядили в скважины более 4 тонн взрывчатки. Направленный взрыв должен убрать с пути строителей свыше 2000 кубических метров твердых пород. Траншея для трубопровода готово. Пришла весна. Обновляет свой наряд природа. Прибавилось забот и у работников службы быта. Триста пятьдесят видов услуг предлагает жителям Петрозаводска дом быта «Солнышко». Чтобы заказать новое пальто,
починить обувь, отремонтировать часы, фотоаппарат или магнитофон, сделать прическу, сфотографироваться. Им теперь не надо ходить по многочисленным ателье и мастерским. Все эти службы объединены в новых, оснащенных современным оборудованием цехах и салонах нового дома быта. Количество услуг, предлагаемых посетителям, будет возрастать. Вскоре их число дойдет до 500. Главная забота коллектива – качество. Модельную обувь, например, здесь шьют только по первому классу. Мастера по ремонту радиоаппаратуры добились права работать с личным клеймом. Новому дому быта всего полгода. Предприятие делает свои первые шаги. Есть у него и свои трудности. Не хватает пока квалифицированных кадров. А задачи перед коллективом стоят большие. Объем реализации бытовых услуг должен составить в этом году почти 2 миллиона рублей. Познакомиться с работой петрозаводчан, поделиться своим опытом приехали работники сферы обслуживания из округа побратима Нойбранденбург, Германской Демократической Республики. Детскому хореографическому ансамблю «Улыбка» при Питкяранском районном доме культуры немногим более 2 лет. О том, почему он так называется, мы попросили рассказать организатора и балетмейстера ансамбля Раису Александровну Калугину. Почему мы назвали наш ансамбль «Улыбка»? Ну, когда у нас еще не было названия, мы сделали на песню Шаинского «Танец». Улыбка. Ну, в песне Шаинского, очень любимой всеми ребятами, есть замечательные слова такие. От улыбки станет всем светлей, и слону, и даже маленькой улитке, так пускай повсюду на земле, словно лампочки, включаются улыбки. Заниматься в этом ансамбле может каждый школьник. Единственное условие для приема в коллектив – желание танцевать, ведь здесь не балетная школа. Главная цель руководителя ансамбля – воспитать в ребятах чувство прекрасного. Питкяранским танцорам аплодировали в родном городе, в Петрозаводске, в Москве, в Германской Демократической Республике. Недавно коллектив был участником Дней культуры района в Карелии. На заключительном концерте в Петрозаводске ребята исполнили танец «Ристу Кондра».